толпе воинственно проплывали золотые погоны. Это был символ всего старого, уютного, охраняемого. Решительным шагом прошел отряд офицеров, сопровождаемый кривляющимися мальчишками. Смеялись нарядные женщины. Толпа сворачивала с Садовой на Дворянскую, мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами особняка Курлиной. Какой-то малый кинулся в толпу. «Что такое? Что случилось?» «Господин офицер, в этом дворе большевики, двое, за дровами». «Ага, господа, господа, проходите». «Куда это офицеры побежали?» «Господа, господа, никакой паники». «Чекистов нашли!» «Дмитрий Степанович, отойдем все-таки, а то как бы...» Раздались выстрелы. Толпа шарахнулась. Побежали, роняя шапки. Дмитрий Степанович, запыхавшись, снова очутился на Дворянской. Он чувствовал ответственность за все происходящее. Дойдя до площади, он прищурился на обелиск, прикрывающий памятник Александру II. Протянув руку, сказал сердито и громко: «Большевики готовы уничтожить все русское! Они добиваются, чтобы русский народ забыл свою историю! Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю! Снимите же с него эти глупые доски и это гнусное тряпье!» Такова была его первая речь к народу. Сейчас же бойкие парни в картузиках, по виду приказчики, закричали: «Ломай!» Раздался треск срываемых с памятника досок. Дмитрий Степанович пошел дальше. Толпа редела. Здесь громче раздавались заречные выстрелы. Навстречу доктору со стороны Самарки бежал почти голый человек в одних мокрых подштанниках. Темные волосы падали ему на глаза. Широкая грудь была татуирована. Несколько женщин, завизжав, бросились от него к воротам. Он вдруг вильнул и кинулся к спуску, вниз, к Волге. За ним бежали еще трое. Потом еще и еще. Мокрые, полуголые, запыхавшиеся. На улице закричали: «Большевики! Бей их!» Все они, как кулики от выстрела, сворачивали к спуску, к пристани. Дмитрий Степанович заволновался, тоже побежал, схватил какого-то хилого человека без ресниц с извилистым носом. «Я министр нового правительства. Сюда нужен немедленно пулемет. Бегите же, я приказываю». «Не понимаю по-русски», — с неудовольствием ворочая языком ответил хилый человек. Доктор оттолкнул его. Нужно было спешить действительно. Он сам пошел разыскивать Чехова с пулеметом. И вот у чугунного подъезда, где наполовину сшибленная висела красная звезда, увидел еще одного большевика. Дочерно загорелого человека с бритой головой и татарской бородкой. Военная рубаха на нем была разорвана. Из пятнышка на плече ползла кровь. Показывая мелкие зубы, он по собачьи вертел головой, огрызался. Видно, что страшно умирать.